Смотрите канал улицу Москвы. Здесь вот небольшая улочка в микрорайоне Северный, называется она Заболотье, и проходит между улицей Академика Алиханова и Дмитровским шоссе. Заболотье, поселочек тоже такой, в окрестностях платформы Новодачной. Так, ну сейчас мы тут немножечко прогуляемся до Дмитровки, хотя надо было от нее идти скорее. Ну да ладно, разберемся. Там вроде второй микрорайон. Столько сейчас микрорайонов этих здесь понастроили. Ну вот эти самые новые дома, они, конечно, несколько получше вот такой вот банальной застройки, которая здесь вот присутствует. Так, ну ладно, сейчас вот такая улочка, сейчас я думаю. Пойти на Флёрова, что ли? Вот она выходит на Дмитровское шоссе. Так, ну вернемся, наверное, к улице Академика Алиханова. Ну, сейчас вот вернулись. Вот у нас, где начинали выпуск, улица Заболотье. И пойдем к пересечению с Долгопрудненским шоссе, улицы Алиханова. Соответственно, в сторону МКАД и в сторону центра одновременно. Северный у нас за МКАДом располагается. Ну вот, чуть-чуть прошлись, но не чуть-чуть, там метров 300-400, наверное. И сейчас мы находимся у пересечения с Долгопрудненским шоссе. И здесь уже идет улица Академика Флёрова. Тоже она в 2016 году, то есть относительно недавно, получила название. Флёров — это физик, научно-исследовательского института в Дубне. Физик-ядерщик, основатель Объединенного института ядерных исследований в Дубне, Георгий Флёров. Но вообще, хотя и здесь тоже пишут, что это его улица, но она по справочникам проходит между Новодачным и Долгопрудненским шоссе, то есть она вот так. Ну сейчас перейдем Долгопрудненское шоссе или нет? Попробуем перейти Долгопрудненское шоссе. Там тоже его недавно соединили мостом с Лихачевским проспектом города Долгопрудный уже. Смотрите, закат. Красивое солнышко наконец-то показалось. Сегодня вообще был пасмурный день, зато без осадков. Вот туда вот, к городу Долгопрудный, то есть идет путепровод через Савеловское направление. А здесь вот улица Академика Флёрова. Здесь уже нежилые постройки, торговые центры различные.
Да, красивый закат прям такой. Интересный. Здесь вход в ландшафтный парк. Парк Долгие пруды. Так, сейчас карту надо посмотреть. Так, думаю, вернемся сейчас к Долгопрудинскому шоссе, пройдем по нему до Дмитровки, дабы побывать на бульваре Академика Ландау, где пока не находится с противоположной стороны. Вот такой закат красивый. Прям удачно попали. Ну, здесь Долгопрудинское шоссе уходит на Дмитровку. Дмитровская также сверху на эстакаде проходит. Ну, сейчас взглянем в обратную сторону. Будем завершать наш выпуск.